В Верхней Палате парламента России начались нечуваши. Завтра глава республики Михаил Игнатьев и председатель Государственного совета Юрий Попов расскажут сенаторам о социально-экономическом развитии Чувашии и приоритетах в законотворческой деятельности региона. В Москве уже сегодня работает наша съемочная группа. Вторник в Совете Федерации выдался очень насыщенным. Состоялись заседания сразу трех профильных комитетов. Комитет по экономической политике рассмотрел ряд предложений, высказанных промышленниками Чувашии. Речь, в частности, шла о создании испытательно-сертификационного центра электротехнического оборудования отечественного и зарубежного производства, о необходимости взять под строгий контроль ввоз в Россию импортной техники, бывшей в употреблении и облагаемой утилизационным сбором, о стимулировании внедрения в России различных видов альтернативной энергетики и других актуальных проблемах. Участники Комитета по федеративному устройству и региональной политике обсудили вопросы, связанные с проведением 550-летия Чебоксар и столетия чувашской автономии. Было отмечено, что большая часть выделяемых средств будет направлена на реконструкцию объектов культуры и культурно-исторического значения. У членов Комитета по агропродовольственной политике и природопользованию единогласную поддержку нашло предложение Чувашии о восстановлении статуса научно-исследовательского института хмелеводства как одной из мер развития этого направления. Также обсуждались вопросы льготного кредитования, поддержки производителей мяса с учетом повышения цен на корма и другие вопросы. Сенаторы отметили, что все озвученные предложения отличаются конкретикой и выразили готовность продолжить совместную работу по их реализации.